полный беспредел. Это уже не демократия, а анархия. Закон есть закон. Если тебе что-то не нравится, есть суд, есть правоохранительные органы, пиши заяву, не рассматривают, пиши, иди в суд и, пожалуйста, добивайся своего цивилизованным путем. Вот так как СИК-14 поступила, я считаю, что это неправильно. Должен какой-то в стране быть порядок. А это такие, знаете, разбещенные, как говорят, молодики, которые что хотят, то и творят. Это не выход из положения. Якось нужно, наверное, по-другому до цього підходить, а не вікна бить, двері бить. Ну, це ні к чому. Я не поощряю действия активистов, и вообще активисты – это радикально настроенные элементы. Власть у нас не работает, понимаете, и не уважают, получается. Ну, это полный беспредел. Закон есть закон. Закон надо уважать. Якщо було б таких побільше, може б щось би трохи б влада почала б боятися, може. Вони свої питання ставлять дуже радикально, що на сьогоднішній день ніяк не потрібно Україні, як державі, яка знаходиться в стані війни. Не вижу в этом смысла, как бы можно все мирно решить. Радикальных акций плохо. Мирные – да. Чем больше людей будет выходить, тем будет больше порядка. Ну, смотрите, в других странах выходят, там им на рубль раз вышли, им подняли. А если не гавкать, ребята, ничего не поменяется. Просто выбирать потребный, нужно нам потребный уряд. Відповідально треба ставитись до свого выбора. Все.